Вместе с нами по Кубани. Так называется новое произведение анапского писателя Сергея Левина, презентация которого состоялась в минувшие выходные в литературной кофейне. Светлая, искрящаяся радостью книга станет великолепным подарком и для детей, и для взрослых. Об истории, наполненной самыми необычными событиями и приключениями в сюжете. У нас семейное путешествие. Мы Кубань изучаем. Кубань? Какую такую Кубань? Искривилось лицо пирата. Не Кубань, а Кубань, поправил мальчик. Погоди, шкет, а разве это не Карибское море? Из-под пера известного российского прозаика и поэта, члена Союза писателей России Сергея Левина, уже выходили книги для детей. Маленьким читателям хорошо известны такие замечательные произведения, как «Приключения черноморского дельфиненка» и «Сборник послесказия». «Вместе с нами по Кубани» – это повесть о путешествии тамбовской семьи по Краснодарскому краю. Выбор географической привязки не случайен. Сергей сам родом из Тамбова, но вот уже больше 20 лет живет на Кубани. Мне казалось, что глазами тамбовчан, которые ни разу не бывали на Кубани, очень интересно показать наш край, его нюансы, его фишки, его самые яркие какие-то достопримечательности. Именно глазами людей, которые ни разу здесь не были. Это была моя главная цель, и я надеюсь, что она выполнена. Сергей безошибочно выбрал самые значимые достопримечательности описываемых городов. В Краснодаре Зайцевых встретит казак Петр Тимофеевич. В Сочи путешественники посетят Олимпийский парк. Яхта «Звездочка» промчит семью по волнам Черного моря. На ее борту Зайцева отправится в Геленджик и знаменитый сафари-парк. В Анапе познакомится с историческим музеем Гаргипия. А завершит путешествие веселый праздник – фестиваль вареников в казачьей станице Атамань. Огромную поддержку при создании книги оказал анапский художник Илья Копанев. Яркие красочные иллюстрации рассказывают о жизни Краснодарского края как в современном образе, так и в культурном наследии. Книга получилась действительно очень необычной, интересной и познавательной. Для меня это вообще изумительный вечер, такой классный вход в зиму. Вспомнив лето, такая перезагрузка для взрослого человека окунуться в мир детской литературы и классной детской литературы, зажигательной, юмористической. Такие реалистичные персонажи в то же время. Ты действительно немножко сам становишься ребенком, и от этого тебе счастливее становится. В завершении литературного вечера все поклонники творчества Сергея Левина смогли получить экземпляры книги, подписанные рукой самого автора. В скором будущем повесть появится и в городских библиотеках города. Каждый желающий сможет познакомиться с забавными приключениями семьи Зайцевых. Руслан Душевский, Анапа регион.